Итак, награждается после прохождения тренинга по специальному мануальному массажу и мануальной терапии Колпаков Дмитрий Владимирович. Вот таким сертификатом. Пожалуйста, поздравляю вас. Спасибо. И соответствующим дипломом, где прописано количество часов, 144. Ну, все читать не буду. Вот как бы от 16 февраля специалист присвоена квалификация специалист по мануальной коррекции тела с правом работать в медицинских учреждениях, в хозрасчетных физкультурных объединениях, в клубах и салонах по месту жительства, в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия собственного дела. Ну что ж, поздравляю. Еще раз спасибо. Еще раз поздравляю, поздравляю. Но это еще не все. У нас есть клятва не Гиппократа, но вот специалиста по работе с телом. Все-таки мы, да, вот, зачитай, сюда возлагаешь длань. Так, я, Колпаков Дмитрий Владимирович, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентировочных практик Альфа-ТОП, будут приносить только пользу оздоровительную, оздоровлению любому, кто обратится ко мне с помощью. Я подтверждаю, главный принцип медицины – не вреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачебное воздействие в целебном эффект, и целебный эффект. Во имя спасения, восстановления всех тел человека в качестве гармонического божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодаю, благодарю, благодарю. Та-дам! Значит, фанфары, сейчас поздравляю. Все, с вас видеоотзыв. И фотки. Да.